Приветствую всех, кто смотрит этот код, это Total War Three Kingdoms, легендарный уровень сложности за Женьку Зайцеву. Война всем, никому никакого мира. Я... Что произошло? Я в засаду взял армию герцогства Джун. 2800 у меня, 3400 у них. Незначительное поражение, пророчат, каким макаром все это у них происходит. Давай, ночное сражение, чтобы у них боевой дух упал, да? Поехали. В общем, я решил в этот раз всех, кроме конницы, расположить прямо на их точке выхода. Ну, потому что что-то их очень много, пехоты там. Я не хочу вот своими шестью отрядами вписываться во все вот это говно. Вот. Боюсь не доконтролить это все. Ну и, короче говоря, а конницу я немножко спрятал, подальше поставил. Там, когда стрелки их освободятся от бремени защиты пехоты и кавалерии, я нападу. Тут еще уже в засаде такая штука, что надо, блин, всем говорить, куда стрелять. Они, конечно, понимают. Да, набьем ебало сейчас всем. Давай, давай. Просто рубим это все. Как можем. Клонистов этих долбанутых. Не до хуйни. Так. Отличненько. Чё, Гриш? Я что-то пропустил, что он говорит там. Куда ты, ёпта? Стоит причём эта штука же, ну? Блин, он у меня покоцанный, ёпта. А я такой, типа, да, давай, камон, дуэль. Ладно. Надо будет убежать, наверное. Вражины. Может догнать кого-нибудь, наверное. Черт, надо валить, по-моему. Нахер ли делать, блин, если он вторая подряд дуэль, он меня еще там обвиняет в этом. В трусости. Да пошел ты. Иди вон, с Анчоусом подерись. Хитрожопая. Херня. Да ёпта. Ты...
Так, здесь догоняем или что делаем? Да, догоняем. Нормально, нормально. Да отвали ты. Ну вот. Окей. Встретимся на глобале. Кто? А, ну как раз эта тетка. $245 я потерял. Ну, можно восстановиться, в принципе. 6%. Не то, чтобы мне прям деньги сильно нужны были. А армия, наверное, надо, чтобы куда-то шла, что-то делала. Что еще придумает искусственный электронный болван? Или просто электронный болван, еще какая-то дрянь выскочила из темноты, конечно. А этот высадился. Окей. Дай угадаю, на лесопилку пойдешь, не? Или ты домой возвращаешься? С этой лесопилкой меня задрали. Ладно, какие наши дела? Неплохо я тут разросся, как вы видите. Надо Цау-Цау эту добить, у нее две земли остались, две земельки. Сельхозугодия, да, инструменты. И это вот бывшие любевские владения. Чуть-чуть осталось. Что у меня здесь? Торговец. Это фигня. Шпионистер нифига не может внедриться никак в герцогство Джун. Ну там, блин, мало куда можно вообще в принципе внедриться. Это срань какая-то. Жи. 40 лет, второй уровень. 40 лет ума нет и не будет. Так. Патрули уже на этом береге. Берегу. Береге, твою мать. На этом берегу Янзы. Сразу два косаря вливаю. А чё? Ты кто? Ты хочешь напасть? Ну, можешь, конечно. Я никуда не дотягиваюсь, к сожалению. Так, чтоб с первого раза. Можно соляной рудник этот забрать, конечно. А можно попробовать пооборонять город. Вопрос только, куда эта дрянь идет. То есть он идет на торговый порт, он идет на сельхозугодье. Он куда? То есть он может высадиться здесь, например, на быстром марше вообще запросто, потом на сельхозугодье напасть. Я не помню, есть там что-нибудь или нет. Здесь он сыт. Логично. Рыбацкий порт на этом берегу. Конечно, следуя закону подлости... Так, секунду, сейчас я перерывчик. Так вот, следуя закону подлости, он, скорее всего, поплывет на сельхозугодье. Вот. Торговый порт. Точно хорошо защищенная тема. Если я сейчас пойду, побегу за этой хренью. Твою мать, тут еще и защитники земли. Если я побегу за этой хренью, меня увидит. Понятное дело. Может, конечно, он хочет город атаковать, но это вообще не точно. Сады, блокады ли... А, лесопилку у меня кто-то держал. Нет, нормально. Здесь я справился. Ну да, я и говорю, дай угадаю, на лесопилку идешь. Сука. Он так это пробежал прямо в лес, да? Интересно. Где мне... Везде, везде враги. Везде просто. Посмотрите, вот, вот они все. Вот, вот, вот красные треугольнички, это все враги. И бегают по моей территории взад-назад.
На нефрит ты хочешь? Ну давай, давай. Скорее всего, они все на лесопилку идут, потому что она самая беззащитная. А я хочу захватить вот эти сельхозугодья. Ну, как бы вот хочу. Что теперь? Давай сначала анчоуса тогда повышу. Можно ему финальный рывок взять. Ему не надо, у меня конины до жопы. Скорость бега бою своя дружина. То есть еще и конница быстрее бегать будет, что ли? Серьезно? Давай. Хотя, конечно, я рев зверя хочу, чтобы он как ехал. Скучное качество. Гуд, так. Ты-то не собираешься на меня нападать, нет? Навряд ли. А здесь я на штольню хочу, понятное дело. Давай. Че, рыжий, что ли? Подожди. Не надо восстанавливаться. Ну, вообще-то надо герою вот этому надо восстанавливаться. Поэтому вот так. Меня все видят, понятное дело. Они все будут меня избегать. Анчоусная армия страшная. Еще у меня здесь армия есть, кстати говоря. Нехеровенькая так-то. Торговый порт здесь остановился, да. То есть в теории я вот эту армию могу использовать для того, чтобы добежать до лесопилки. Правда, я до туда не добегу все равно, потому что вот он, я где. Ну, давай, может быть, они забоятся меня. С другой стороны, даже если не забоятся, я лесопилку заберу на следующий ход просто, и все. Вот. Такие мои мысли, потому что не хочу вот эту армию отвлекать. Я хочу идти на сельхозугодье вот так. Просто на марше рубим. Давай даже на быстром марше. Если бегать за всякими уродами, то никогда нафиг не продвинешься. Поэтому я... А, тут вот так вот ближе, да? А так дальше. Ну, ладно, а что делать? Я выдвинусь вот сюда на 25%. И встану в засаду с понтом, может быть, он... А, не встану, блядь. Ну как так? Ну 25 же было, ну... Сука. Накосячил. Ну, ладно, тогда так. Хер ли остается делать. Через 5 ходов. Не хочется бегать за упырем, но просто так получилось. Динь-динь-динь-динь. О, тут сервер-хранилище, нифига себе такое. Это что дает производство продовольствия, доход от крестьянства? Ага. Нормально. Я могу еще производство продовольствия сделать. Обработку земли не могу, да? Ну вот, вот эту вот штуку могу сделать. Тут все как бы на эту. На производство продовольствия. Которого у меня не так уж и много. И армия моя. В принципе, я восстановился. Можно забрать лесопилку вот эту. Можно пойти Цао-Цао долбануть. Лучше, наверное, долбануть Цао-Цао, потому что чем больше я фракцию уничтожу, тем... меньше будет армии шариться по моей территории. Вот так вот засаду поставлю, может, эта дрянь тоже на меня сагрится по глупости. Или этот вернется. Типа, о, его нет. Куда это он делся? Кто у меня? Женька еще, да? Осталось. Я потом всех проверю, потому что кто-то может в засаде быть. О, отлично. Чипалёча, есть кто там? Anybody home? Херась, у них 3000 там гарнизончик. Но все равно это сокрушительное поражение. Да не верю. Я не думаю, что надо целиком показывать эту битву, потому что, ну, я не верю, что сокрушительное поражение. Что это? Лучники и крестьяне, вы что, издеваетесь, что ли? Не, ну у них, конечно, боезапас может быть там бешеный какой-то. Это кто? Это местный предводитель. Ну, это губернатор, грубо говоря. Покажу частично эту битву. Вот. Там, может, дуэль какую-то, еще что. Ну, потому что, ну,
она нифига не интересная. Уже миллион таких было. Поехали. Ну, ничего выдающегося, ничего интересного пока не происходит. То есть я расстрелял боезапас на всех арбалетчиках, на всех анаграх, увел их сразу. Здесь у меня одну вышку мне не хватило немного здесь добить. Я сейчас попробую ее захватить потайными секирами. Потом доведу вот этих ребят тоже до этого прохода и с двух сторон буду атаковать. Может быть, конницу введу, чтобы лучников побить. Я так пострелял по лучникам по разным там. Кто-то убежал, кто-то вот покоцанный там убежал в центр. Здесь только вот этот отряд лучников остался. Но все равно я пока не подвожу своих... эту, как она называется... кулаков. Ну, можно немножко пострелять, конечно. Главное следить, чтобы лучник вот этот вот не приближался. Отлично, башню захватил. Правда, тут вот его упыри возвращается, поэтому надо уже быстрее идти в Акаку. Вот. Так, тут ребята... вроде как хотят. Мы как аниной забежим. Правда, сейчас я чувствую, получит у меня канина. Знаете, как всегда, блядь. Как всегда, как будто насрали в штаны, блядь. Я тебя сейчас сам дам ебало. А, это наша, да? Ладно. Это Люська. Так. О, они дерутся, отлично. Конечно. Запалили. Заходим. Ну, короче, такая себе битва по интересности. Но тем не менее. Не, ну а чё, неплохо. Вообще не пробивается, как будто легкое конное ополчение. Сейчас, правда, башня, скорее всего, всех расхер... А, хотя нет, они далеко достаточно. Просто лучники всех убьют. Так. Попробуем сломать. Ты заходи. Можно Женькой ворваться, в принципе. А давай ворвемся. Вот отсюда только. Потому что здесь... Бля. Ну да. Понятно. Лютые, конечно, эти повязки. Это просто... туалетные бумажки вот эти вот, они лучники бешеные просто. Эльфы хреновы. Ломаете? Ну да, ломают. Забегай. Ладно, тут разобрались, и то хорошо. Пойдем дальше на центр. Здесь конница сама расправится. Какие-то бешеные лучники взяли, проатаковали моих топорщиков. Люська закастовала свою хрень, да. Здесь держим основную массу. Так, это что? А ты что халтуришь? Я про тебя забыл вообще. Камон, говно. Этот туалетный упырь, конечно, может уклонистом оказаться немыслимым. Так, меня здесь конницу убили, да? Пойдем-ка. Так, я включу сам себе. Блин, вообще никакого урона, алё. Люська, беги, что-то без тебя плохо там.
Блин, какие же тут башни лютые, а? Сюда встань. Здесь никто не достает. Смотри, она не может его пробить. Он просто уклоняется, ему похер все. А, вот, подожди, подожди. Здесь баррикада сломалась. А, нет, смотри, она попала один раз. Она один раз по нему попала, и все, ему хватило, блин. А дружбана, чтобы тебя подлечить, у тебя нету. Вот так. Башка долой. Вот то-то же. Херня. Так, отличненько. Садись. Чампуру. Осталось только забрать вот этот тупорылый отряд. Капитан там какой-то. Блять, вышки, конечно, пипец просто. Пойдем заберем. Так, площадь я забрал, да? Ну да. Да чтоб вас, ну. Они все на площадь побежали. А, стой, подожди. Вот это вот дерьмо надо забрать. Все. Встретимся глобально. Ой, неприятно. Конина вся пострадала. Поселение такое, блин, конечно. Вы видели, сколько там башен в конце? О. Так, что это за уровень поселения? Шестой. По-моему, можно грабить. Опять этот спасает все кого-то. Ну, Жора. Да, можно грабить шестой. Нормально. О, не понял. Как Любу? А, ну да. Тьфу, блин, я что-то попутал. Все правильно. Я попутал, что это на юге находится. Не, все правильно, на севере Любу, да. Это что, промышленный двор? Всякие штуки-дрюки. Чистокровная белая, авторитет плюс 4. Не то, чтобы она супер мне нужна была, но... Конное пастбище, говорит. Че вообще Гунду, как себя чувствует-то? Что, паны? Ты где? С ним даже пообщаться нельзя, короче. А, нет, можно. Ничтожный он бич. Ничтожный бич. Торговец шелком. У меня шелка до сих пор нет. Ферма скот, инструмент, соляной рудник, конные пастбища, сельхозугодья. А воюет ли Гунду и Любу? Мне это интересно. Штопанный с этим Любу воюет? Да, воюет. Много с кем воюет. С желтой повязки они же. Воюет много с кем. Ну, теперь осталось проверить только армии. Может, в засаде сидит внезапно, а? Такой, который еще не походила. Нет, вроде все походили. У меня есть 8000, можно что-нибудь построить, даже доходы есть какие-то. Да, я проверю, все ли у меня поручения. Нет, у меня не все поручения. Видите, как раз классно, что проверил. Тогда надо смотреть по доходу. Здесь коррупция 0, коррупция 0, коррупция 0. Тайшань, коррупция 0.
на Ниан. Коррупция 51. Общий доход 3,1. Здесь коррупция 51, общий доход 2,9. Значит, на Ниан, очевидно. На Ниане промышленность 1,6, коммерция 1,4. Ну, в любом случае, здесь надо коррупцию снижать. Это будет как раз вот Лоуси, которого я недавно, да, вернул обратно. Ну, что им еще делать? Да, давай его, поезд благочестивых и неподкупных. Отлично. Впервые, да, поручение на Ниане будет. Здесь враги лазят, а я поручение сюда отправляю. Ну, окей, ну а что делать? Совет фракции, стабильная экономика. Это надо кого-то там разграбить. Я никого не разграбил. Ну, я не понимаю, как мне в прошлый раз дали. За Цао Цао или за Любэя мне дали выполнение этого задания. Ну, хрен с ним. Так, гуд. Гуд-гуд, супа-гуд. Через три хода у меня будет реформа. Ну, ладно, как будет, так определимся, что с ней делать. Война у меня со всеми. Поехали дальше, смотрим, что искусственный болван сделает. Так. Что-то насчет царства У я вообще не понял. Что они там исполнили? Мне на Ниан взяли в осаду, серьезно? Здесь армии кругом. К лесопилке идет. Но у меня здесь чел есть так-то. Да, что-то сдувается болван электронный. Или что-то задумал, падла. Приказывает против желтых повязок. Конечно, у тебя больше дел-то нету, заяц ты, блин. Кстати, у этого придурка... Сейчас посмотрим, какое там оружие. Я так смотрел, угорал, но вы этого не видели. Где он? Ну как придурка? Он придурок только потому, что я за него не играю. Когда я буду за него играть, я хочу за него сыграть. Он будет вообще красавчиком. Я хочу красного зайца у него отжать. Так вот с топором ходит обычного качества. Мох, сидр. У него еще и увечья. Сочувствовать пострадавшим. Ай-яй-яй. 62 года ему уже. Блин, слушай, сколько Женьки. 45. Нормально. Баба-ягодка опять. Попытка внедрения, ничего не получилось. Кстати, как там шпионистры мои? О, нифига ему что. Ему кастрюльку дали? Прикольно. Ну, сейчас, очевидно, он не может никакую армию переманить. Он, наверное, где-нибудь сидит в этом... 6 армий, кстати. Сидит где-нибудь в... Короче, в городе. Но мы сейчас посмотрим, конечно. У него 35 всего скрытности. 72-35. Да. Здесь ничего интересного. Давай посмотрим на вот этого типа. Он может спровоцировать военный мятеж. 30. То есть вообще вот прям вот может-может. Но я чувствую, что там нифига армия не прикольная. Этот балбес нет. Давай посмотрим. Удобно, я так понял. Мне лично удобно отсюда смотреть. Потому что там как-то вот на той вкладке нифига не переместиться. О! Тут уже лучше. Ну блин, это, ну ты слышишь, ты царство или насрано? Ну ты сделаешь... нормальную армию, чтобы я ее переманил. Я такой армии не захвачу ничего. Или забилку даже не возьму, серьезно. Оперившийся феникс, ну пипец. Тем более, скорее всего, у меня дружина отвалится одна. Мне нужно, чтобы хотя бы у него была дружина полная. А ему никак не нанимают ее. Машбану, блин, дали прям там кастрюльку. Посмотри-ка. Железная кожа, исключительное качество. Ну, класс. Партизан возглавляет армию. Третьего уровня он, да, пока? Так, да, он сидит, видите, в этом... В столице, кстати. О, прикол, сейчас он выходит из столицы, я делаю мятеж, вся армия моя захватываю столицу. Вот это было бы прикольно. Да. Мечтай, как говорится. Так, сию, ясный ум. Молодец, хороший мальчик. Увидимся. Увидимся. Давай заценим эту осаду волшебную. Бу!
Понятно, я здесь не ставил на няне вообще этих. А зря, наверное. Наверное, зря я не ставил здесь защитных сооружений. Так, ну тут бежит. Тут как бы... Ой, блин, меня Ганчоу занимается тем, что этих бичей раскидывает вместо того, чтобы захватывать их. Ладно, давай. У меня тут есть еще армеечка. Эту битву я буду вырезать. Единственное, что я хочу посмотреть, как будут защитники земли работать. Вообще, мне кажется, конечно, это будет такой расстрел дичайший. 6 арбов. Я еще не заменил конное ополчение, ну ладно. Думаю, может оставить эту конину. Мне кажется, сейчас будет такой жуткий расстрел. Я просто хочу посмотреть на это. Как это все будет выглядеть. У меня, правда, нету огненных... Но они все, у меня все первого уровня. У меня сам Безруков первого уровня. И вот эти вот... Бичен Тафу. Еще не придумал им прозвище. Прям бегут, бегут. Прям хотят, хотят успеть. Арба скоро начнет стрелять, да? Не, конница, в принципе, наверное, полезная, только не такая. Надо взять эту сабельную конницу. Блин, он не может, наверное, среднюю, скорее всего, сабельную конницу. Мне желтый нужен генерал для этого. Блин, боеприпасов много вообще, да? Так, давай-ка я лучников буду стрелять. Я бы нанял обычный, наверное, чтобы черепахов... Черепаха не стрелять не будет, смысла нет. О, пошла, пошла жара. Защитники земли начали херачить. Никто не добежит, походу, да? Пока. Ну, весело, наверное. Как-то так. Все это будет еще веселее, когда у меня генералы прокачаются, войска прокачаются, когда здесь тяжелых арбалетчиков найму. Отличненько. Так, еще больше я сожрал, все зелененькое становится. Красивенькая. Что там? Веер. Давненько такого не было. Жучара и меню, да? Чень. Область безопасности. Отлично. Ну, в принципе, наверное, не помешает. Еще еды построить, да? Посты стражи. Это... А, вот он вышел, смотри на него, красавчик. Так, давай. Снабжение соседней области. Это вот интересно, соседней области, вот эти, в смысле, соседней области, или соседней... Ладно, давай так, я решил, что так лучше будет. Каждый раз об этом задумываться, такое себе. Можно напасть, отлично. Так, на Ньян по-прежнему в осаде. А, ну в принципе, в каком смысле в по-прежнему? Он и был.
Вот так. То есть с двух сторон я зажимаю всю эту шелупонь. Даже если они что-то захватят, то получат все равно. Цау, цау. И ничего они... у меня тоже нету, да? Коцанная армия. А, это та, которая в лесопилке огребла. Ну да. Ну все, ты уже не восстановишься. Я у тебя захватил территорию. Теперь Цао-Цао только здесь остался. Вот, и сейчас, наверное, последняя территория Цао-Цаоская будет захвачена. Причем самого его нету нигде, понимаешь? То есть вот если посмотреть персонажи, ну тут денег не хватает, наверное. Вот он, Цао-Цао, 7 уровня. Цао-Цао. Цао-Цао. Нет, нет, где? Вот он, скорее всего, свалит вот вместе со своей легконогой тенью, со всей фигней сварит в империю Хань. Тварь такая. С убитым глазом вместе. Ах. Ладно, это я вырежу. Последнее поселение. Чау, чау, чау. Чау, чау. Пражская столица захвачена. Ну да, ну да. И... я вижу Цао-Цао, вот последняя армия. Все. Это уже Цаймао. Здесь какие-то лоскуты еще, да, остались? Непонятных фракций. И здесь есть очки перемещения. Давай, нападай же. У них есть защитники земли, две штуки, блядь. Отлично. Не уходит. Героическое поражение. Не, я не думаю. Первая победа. Я так не думаю. Поехали. Поехали, надо заснайпить сразу. А ладно. Пойдем, может, дуэльку? Может, дуэльку хочет кто? Защитники земли. Скрыт, скрыт, скрыт. Вы где? Блин. Я не хочу дуэль прямо на их половинки. Давай тогда двигаться, херли остается. Тогда остается только двигаться. Вот, отлично, все. Показались. Нифига они, оказывается, в лесу там сидят. Гаси по защитникам. Бегать на эту сторону тогда. Спрячься обратно еще раз. В общем, здесь явно больше нужны копья. Так, дай там. Вот
так. Очень скоро закончится. Блядь, куда ты стреляешь, сука, иди нахер. Этот убежал, этот с понтом дерется, да, со мной? Ну давай, давай. Так, тут все правильно. Защитников отстреливаем, гуд. Да, конечно, конечно, да. Хватай, придурка. Вот так. А вы думали? Косишь? Потайные секиры дерутся с этими непонятными, непонятным полководцем. Поединок хочешь? Давай. А на коня? Как насчет на коня? Понятно, никак. Где там Сюйка наш? Сюйка. Как тебе дела? Да хорош ты по морде получать бесплатно, ну. Так, защитников нейтрализовали, это самое главное. Вроде как дерутся, но как-то так неудобно. Сейчас он даст. На. Вот как-то так. На коня залез? Отлично, красавелла. Кому помочь? Давай сюда врубимся. Нет, давай сюда. Да короче, уже все. Побежали, встретимся на глобаль. Незначительная победа. Но это лучше, чем первая победа, которую мне обещали, да? Рыбу отжал. Какую-то штуку еще. Еще свинюку. 23 года, не хочет со мной дружить. Мо дзы. Честный порядок. Счастье, решимость. Да убью, конечно же. Можешь меня убить, убью. Можешь меня забанить, забаню. Так, не дотянуться до него больше, да? Ну ладно. Что там за модзы? 6. Кстати, можно там авторитета кому-нибудь дать. У меня есть желтый полководец, но у него, по-моему... Даже получше, конечно, да? У меня есть, смотрите, решимость, гнедо, исключительное качество, плюс 6. У тебя что? Плюс 4. Возьми получше коня. Ты ж шитыш, ептать. Тигра. У этого чутье плюс 6. Ну, нормально. Каменная свинья. Плюс 6, плюс 6. Неплохо. Плюс 6, плюс 6. Неплохо. Не так, конечно, как плюс 8, плюс 8, но тоже. Хорошо. До построения свободный строй своей армии. Ну, дурацкая штука, блин. Давай я тебе вот хитрости дам, то у тебя вообще ничего нету. На этот случай. 58, вероятность сжать бонус к натиску плюс 10. Да не надо тебе это. Пускай уж тебе скорость будет 60. Чем 58.
очень... У, Верховный Казначей, смотрите, до 5 уровня прокачался, идите, ну, вообще. Неужели ты теперь дуэлянтом станешь более-менее хорошим? Будем иметь в виду. Будем иметь в виду, можно тебе даже оружие уже выдавать, там, собирать армию. Кстати, 3800 у меня. Вполне такая сумма, что я могу еще одну армию делать так-то. Это тактику, яктика, это видно этот... Кто по поручениям у меня бегает, я его, видишь, на управляющего качаю на всю фигню. Гуд, мне нравится, как все сложилось. Женька, Женька сидит пока, да? Так, я не... Я не могу... Ой, какую дружину заменить, алло, вы что? Я не могу заменить на что-то более удобоваримое вот эту конину, к сожалению. Не, ну, типа могу, но мне конница все равно нужна. Очень жаль. Нефритовых драконов можно получить только через какие-то реформы. Какие? Какие-то, которые далеко и в жопе, да? Ну, конечно, еще бы. Ёпта. Ну, нет. Хотя реформа очень хорошая. Содержание дружины минус 10 – это очень хорошая штука. Но до нее качаться просто жесть. Пополнение войск плюс 2%. Всякая чушь, короче, там нужна. Ну, с ополчением тебе бегать до самого конца и с кулаками цариться. Видимо, здесь я уже улучшать ничего не буду. То есть армия в таком виде, наверное, останется до самого финала. Ну, может быть, вот эту штуку можно улучшить. Как бы особой необходимости нет. 10 уровня отряд. Черепаха. Черепаха, черепаха. Ёпта. Угу. Давай так. Доход крестьянства 130. Невозможно. А, ну да. Только одну область. Ну, снизил коррупцию тупо, да? Так, я могу куда-нибудь дотянуться на этот ход? Так-то да. Мне здесь неплохо было бы гарнизон тоже сделать, пока я с Гунду не разобрался. Но прямо сейчас это нет необходимости, прям жесткой, да, такой. Потому что. Ну, нихера, ну, что, жрет, что ли, так много? Почему? Сельскохозяйство 5. 3. Производство продовольствия 50%. Полтора, грубо говоря, да? Ладно. Вот эту армию надо подкачать, кстати. Потому что она там уже сидит не в тему. Давай. Нанимаемся. Ты у нас 6 уровня уже, ё-моё. Бах-бах. Здесь. Бах-бах-бах-бах-бах. Здесь. Ну... Давай так. Закрыть фланги. А, и все. И денег больше нет. Чаржик. Ну, давай так, ладно, хер с ним. Вот, у меня будет еще одна армия, и можно будет тут что-то делать. То есть, сколько можно сидеть здесь, правильно? Правильно. Все остальное походило, деньги все. Ай, так, совет есть, давай. Задание получено. Соберите войско. Блин, ладно, соберем. Задание получено. Нет, это нет. Поместите любого в Тайшань торговый порт. Окей, это мы можем. Администрация. Поместите любого в Дунхай рыбацкий порт. Это мы можем. Все, да? Окей. У меня есть 800 рублей. Я могу сюда нанять нашего дзиданя.
Два задания сразу выполнены. Good. Good. И где-то еще там я что-то могу сделать. Вот сюда. А, это наш этот, сынуля, да, жены? Иди пока, не нужен ты. Бастард Ванькин. Хорошо. Итого я сразу сходу выполнил три задания. Администрация поселения у меня где-нибудь строится? Наверное, вряд ли. У меня строится искусственные мастера-резчики по нефриту. Казначейство, лагерь, казармы. И все, да? Ну, на следующий ход тогда начну. Следующий ход начну строить. Все, наверное. Цау-цау скоро кончится. У меня там одна армия бегает что-то. Вот это самая такая насыщенная территория, где вот этих больше всего красных треугольничков. Здесь я вижу. Дискредитировать фракцию? Зачем? Провоцировать военный мятеж. Я смотрел уже на этот ход или нет за ними? Я не помню, блин. Извините, надо еще раз глянуть на всякий случай, вдруг. Не. Какая-то фигня. Так, опять эти любеевские отпрыски. Цау-цау там что-то. Все? То есть основные все фракции походили. Теперь только мелкая дрянь всякая надоедливая будет бегать. Вот это да. Это он зашел или колонизировал только что? Я не понял. Зашел вроде просто. На острове? Ну я... Нет, ну я не смогу забороть. Если мне, например, вот дадут одну дружину, только вот эту, я не смогу забороть такую... Даже такой вот гарнизон. Они взяли, бросили осаду свою. Зассали. Плюс 1000. Так, итого сколько я получаю теперь? 1003. Коррупция минус 6 всего, нифига. Прикольно, это без управляющего причем. Так. Всякая хрень, короче, тут бегает. О, 19 лет, нифига. Герцог Сваджун. Полюбасу шпион. Это не шпион, он бесполезный. 48 лет. Хорошо. Ты какая тут толпа красивая. А у меня есть... Ночные атаки есть, да, у меня есть ночная атака. У этой армии есть ночная атака. Здесь три стоит разных фракций. Четыре даже фракции разных. Бедняги, они все вот такие. Ай, полива. С трех сторон меня зажали. Как вы сюда попали, пацаны? Вот реально. Вы очень хотели у меня отжать что-то незащищенное, да? В итоге находитесь между тремя моими армиями. В глубине моей территории, вокруг. Вот, вот что это? Если не говноспротежество.
Это вот скрипты, которые написаны, чтобы бесить игрока просто. В итоге вот к чему это приводит. Вот так вот. Называется агрессивность. Многие мододелы любят такое делать. Агрессивный искусственный интеллект они любят делать. Ну вот вам агрессивный искусственный интеллект. И чё? Так, куда тут идти? Я думаю, что соляной рудник надо брать. Бережочек этот закрывать. Они тут колонизацией занимаются, сволочи, походу, да? Ладно, короче. Как говорил один старый ютубер тут алваровский, который забросил свой канал. Бегомушки. Пускай пополнение идет немного, да? На быстром марше бежать не буду. Тут много еще на берегу. Да. Лесопилку надо брать вот эту. Ты тут что ходишь? Вот что ты тут ходишь? Непонятный человек. Я до него дотягиваюсь, понятное дело, но... Он, понятное дело, убежит, поэтому... Просто вот так подхожу и все. Тут по порядку плохонько, не? Не, 16 ходов, нормально. Гарнизончик-то что надо? 8 уровень города. 3 уровень казарм. Сейчас здесь будем насиловать всех, понятное дело. Так, тут сколько осталось? Один ход. Я бы заменил, конечно, на тяжелых, но что-то деньги кончились, если честно. Поэтому... Это не вариант. Давай инструменты брать. Это я делаю вырезаю. Готовщинка. О! Бегут. Ханчун какой-то. Так, ошметочки. Ошметочки. Да, кстати, пало. Давай-ка что-нибудь тут перестрою. 130, кстати, больше, да? Зато производство продовольствия. Рост населения, снижение стоимости военных построек. Блин. Но если я хочу дальше развивать, то надо. А я не хочу, на самом деле. Так нормально. Хорошо, хорошо. Отсюда, кстати, никто не идет. Видимо, армии тут. Или тут. Или тут. Они вообще между собой еще воюют, поэтому... Поэтому все good. Ладно, теперь надо здесь разобраться. Я думаю, что я их буду вниз шугать. Под Анчоуса. В первую очередь вот это вот... Придурка. Есть. Есть. Отлично. Это кто? А, Цао Цао. Ну да, он как бы не будет убегать, потому что у него... Больше земель нету, и он... Блин, эти глюки непонятные. Ладно, эту битву я вырежу. Так, там один главностратег убежал, к сожалению. Джо. Ну, это нормально. Так, никого не могу догнать. Потому что кончились очки перемещения. Ну вот этого сейчас я догоню здесь. К сожалению. Никуда не дотягиваюсь. Но они никуда не денутся. То есть Цао-Цао все. Этот разбегается. Этот, конечно, угрозу представляет. Но куда он пойдет? То есть на Инчуань, что ли? Я, наверное, отсюда из сульхусугодий даже выходить не буду пока. Сейчас Анчоус залует вот этого типа. Решительная, говорит, победа. Ну, и все лучше сам сыграю. Вырежу биту, да. Нафиг, не нужно мне подкрепление, поехали. Ну, прикольно. Расстреливают арбалетчики. Ты передумал, что ли? Ладно. Ты
походу не убежит. Блин. Ладно, встретимся на глобаль. Кстати, не убежал, его арбалетчики забили. 27 лет. Да хрен знает, слушай. Ну, то есть у него больше здоровья, меньше... меньше уклонения. Ладно. Словно ветер. Синтюнь, дополнительный опыт. Молодец, красавчик. Дзинь-бдзинь. У меня несколько дзинь-бдзинев. Ничего не могу с этим поделать. Сюда выйду, чтобы область вот здесь была закрыта. То есть здесь они не пройдут. Просто в это, через это ущелье они сюда будут лезть. А здесь стоит Безруков. Так. Хм, молодец. Анчоус вообще жжет. Блин, мне брони реально не хватает для этих ребят. Это вообще ни для кого. Тю-тюя, может быть, уже поранее. Ну, сейчас я здесь закончу, и тюя выведу нафиг. Я думаю, что он пойдет по поручениям каким-нибудь, может быть. А может, и в армию его запхаю. В любом случае, мне нужны его плюшки. То есть у него тут и копье, и броня. У него отстойная вообще. По нынешним временам. Дружина. Здесь сколько? Один ход, да? Да, один ход остался. Класс. У меня будет целая армия, которая пойдет ураганить. Жучара еще живой. Ему 63 года, блин. По-любому скоро крякнет уже. Ну, наверное, есть на кого заменить. В принципе, у него дружина такая универсальная довольно-таки. Наверное, даже дружина останется. Так. Безруков остался только, да? Ну, не знаю. Пускай пока посидит в сельхозугодьях. Так, это что такое? Ты что хочешь? Мне нужно построить где-нибудь администрацию. Где? 3000 как бы. Не такие большие деньги, чтобы администрации тут строить, понимаешь? Видимо, нигде. Видимо, я буду копить денежку. Да. Ну, потому что нужно построить, чтобы получить поддержку мастеров. У меня поддержка мастеров еще идет... Ха, ёпта, 23 хода. Мало поддержки мастеров, больше поддержки мастеров. Поехали. Я не посмотрел, война со всеми, нет, ну ладно, неважно. Я, по-моему, уже со всеми знаком. Нихера себе у тебя предложение. Дурак, что ли, совсем? Я хереваю просто. А то что? Ой-ой-ой-ой-ой. Кожаные доспехи мастера, он не хочет отдать накидку предсказателя там. Еще и хочет торговца шелком мне отдать. Нет.
Значит, другой раз, да, другой раз, согласен. Он начал тут грабеж устраивать, сволочь. Да-да, шкирьтесь. Находчивость против упрямства. Ну, так, твои слова, упрямство, тра-та-та. Но я находчивость не могу, поэтому только вот менюху поддержим. Херли. Шпионы. Никак не могут внедриться, мой шпиончик, в герцогство Джун. Тайюань, большой город. Это вернулся, которого я нанял, да? О, у него даже мудрость есть, отлично. То есть, как минимум, он пригодится, если вдруг что, поиск благочестивых и неподкупных делать. У меня сейчас 3900, кстати говоря. Что там по поручениям? Один ход остался. Законы войны почтенного У. У меня вроде есть такая штука. И искусные мастера-резчики по нефриту были построены в Наньяне. Здесь, кстати, коррупцию я снижаю. Прикольненько. Можно еще коррупцию снизить. Но мне нужно задание выполнить. Хотя не очень нужно, конечно, если честно. Но что бы не выполнить. Непятельские войска зашли в нашу территорию. Блять. Может быть, я и забыл ему объявить войну. Ну, мне уже наплевать на самом деле, потому что уже столько раз мир непонятный заключали. Ван-ван-буко. Здорово, Любу. Самого-то нету дома. Кстати, да, проверим. Где он? Чё, мне постоянно его показывают. Почему не Женьку? Хочу смотреть на Женьку. Круглосуточно. Консуньцзянь в империи. Где любой... Вот он. Он придворный, да? Лох. Безжалостный придворный. Потом вот эти ские отсчеты. Да-да. Здоров-здоров. Устраивает мне тут. Понимаешь? Убежит же, убежит же. Так, где тут можно получше засадку поставить? 45% вот здесь. Вот так. Я с тобой полностью согласен. И что я хотел сделать? Я, наверное, хотел вот эту штуку наконец-то сделать, чтобы строить дальше всякие постройки, да? Вот, да-да-да-да-да, большой монетный двор, да. Пойдет. Но потом у меня всякие вот доходы там от промышленности, от всех источников, прикольно. На очереди. Счастье стражи еще получил. Так. Бу. Благо, на стратега бегают тут. Бегать за ним такое себе удовольствие, но что делать? Шуганем. Не все равно в эту сторону, так что. Так что вот. А здесь. Решительная победа. Так. Это я вырежу, потому что тут ничего интересного. Так, ну понятно, армия полегла. Чё за доп. Умение отражения натиска схерали? О, нифига. Пансюй, выдающийся ум. 29 лет.
Блин, непонятно, что у него там за умение-то. Ладно, не суть, берем. Потерял я 116. 715 монет можно взять. Гуд. О, к стратегии-то моей. Проникающий урон от выстрелов, конечно. Естественно. Так. Возьми хитрость. Решимость, рост населения. Ну, можешь взять вот в натуре решимость. Здоровье побольше. Ну, блин, дуэльку выиграл только что. И ему не дали повышение. Ну что за свинство? Унижеванный или крот? Нежеванный ли крот, а? Ладно. Куда ты денешься? Так, ты, наверное, потерял человек 20, так 200, в 10 раз больше. О, наконец-то, мне броню дали, класс. У него есть броня. Так, ну-ка там. Там наш головань, по-моему, у него брони нет. Давай, голованька. Головань, держи. Теперь ты с котелком. Железная кожа, исключительное качество. Это такая же армия, такая же броня, как у этого. Не, это доспехи из кованого железа. Это даже круче, чем у Анчоуса. Здесь 60 броня, а у голованя теперь 70 броня. Ну, в принципе, пускай с грозой небес соответствует. Причем это фронтир, армия такая, которая впереди бегает, голованевская. Да, она, в принципе, круче. Привет! Базап! Не ожидал? Не ожидал? Какой им пипец, а какой им пипец. Ладно, вырежу битву, если будут дуэли, покажу. Они, наверное, больные, у них половина здоровья, они лезут в дуэли. Реально больные. Какой же им пипец. Ты машет своим, ты оглоблей. Ну, с любаевскими мечиками. Яша гасится тут. О! Минус башка, видали? Видали? Подсадила. Так. Куда вы плету? Что? Она на лошадь залезла? Хера. Жжет. Ты побежал, блин. Я понимаю, что у тебя там супер елда, но ты давай аккуратней. Блин, конечно, получает очень сильно. Яша очень сильно получает. Она... У нее уклонения нету почти. Она исключительно на броне на своей пытается вытащить все это дело. Вот этим синглобалем. Ок. Потери ни о чем. Просто ни о чем. О, я копишка получил. Он такое себе, но все равно. Отлично, Яша восстановилась полностью. Видите, нажал кнопочку потери. Восстановить. И Яша восстановила все это дело. Лесопилочка у нас. Героическое поражение. Да ладно. Схерали. Это что такое? Братец Зян. В
Воля повелителя, вау. А, это то, что было на госпоже У, наверное, или что? Не знаю. Глава фракции. Это тот придурок, который мне говорил, типа, сдавайся. Алый лук. Интересно. Кожаные доспехи ветерана. Стражничек. Обезьянка. Костюм следопыта. То есть не какие-то бомжи. Ну, конечно, оружие говно. А сколько, кстати, броня вот эта вот? 54. А это 46. Ну, я думаю, голова них всех расхреначит вообще запросто. Покоцанная армия, ну реально. На что они рассчитывают? Ух. С такой-то елдой. Так, это будет... Нет, еще надо... До реки надо еще прилично что захватить, на самом деле. В том числе и ханьские владения, да? Ну, все равно прикольно. Здесь у меня еще есть очки перемещения. Тут летим. Рудничок тут. О, прокачан уже рудник-то так. Так-то. Хорош. Кто там, друзья? Это... Этот. Как это его называется-то, господи боже мой? Безруков со своими стратегами задружился, да? И сами они между собой тоже любят друг друга, я понял. Вербовщик рабочих. Железную кожу я уже отдал. Законы почтенного У, кстати, тоже можно кому-нибудь дать. Что, кстати, у нашего Безрукова? Без ног. Это не он. Это Анчоус. У него как раз такие же абсолютно вообще. Законы почтенного У. Ну, окей. Анчоусную армию возвращаю обратно. Вот. Герцог Студжун пойти, что ли, изнасиловать? Они тем более как раз вот подходят. Они даже вообще не парятся. То есть вот настолько, настолько искусственный агрессивный интеллект, агрессивный, блин, что вот он вообще не парится. Он просто такой только нанялся и побежал, только нанялся и побежал. Восстановиться там, не. Не, не слышал. Еще раз повторюсь, мододелы наши любят, знаете, мододельствовать, вот такую херню делать. Здесь все счастливы теперь. Так. Пэйчен Таофу, да-да-да-да-да. Заслуженное повышение, я их уже повысил. Друзья, 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 гибель в бою, кто-то помер, ай-яй-яй. Это не наши умерли, это все враги. Итого у меня есть одна осада, да? И Женька еще тут в засадке сидит. А может, конечно, проатаковать эту вот фигню, но... Вот эти инструменты, скорее всего, не отобьются. А! Кстати говоря... Мне кажется, что пришло время. Пришло время. Блин, я сейчас заберу, и он стопудово заберет у Анчоуса. Он работает хрен знает вообще как, эта хрень. Давай лучше, короче, я напрямую сделаю это. Я понимаю, что я ход потеряю, но... Пофиг. Вот так я это сделаю. Тю, и посидишь. Сейчас я, естественно, не смогу этого сразу применить, потому что на следующий ход только. Но это ничего страшного. Это ничего страшного. Пойдем на сельхозугодие. Начивучий, да. Вот сразу здесь открою всю территорию. Я не знаю, наверное... Ну, кто-нибудь может, конечно, на Сихе прыгнуть, но он пока там сидит, как бы... У него хоть какой-то есть копишка, поэтому... Отобьемся, это стопудово, тем более за стенами-то и за башнями. А армия здесь уже начнет орудовать.
Вот, хорошо, да? Да. Я считаю, очень хорошо. Того у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь армий. Я могу еще, наверное, восьмую содержать запросто. У меня постоянно растет доход. Мне это радует. Что меня не радует, что не растет, это не растет банк. То есть армию-то нанять еще надо. Вообще-то. Я хотел сделать где-то администрацию поселения. Это будет в столице, конечно же. В первую очередь. За три хода. Нормально, что? Два косаря осталось. Оставлю. Хотя, дайте посмотреть. Может быть, где-нибудь я построю еще гарнизона. Да, я думаю. Никогда лишним не будет. Что будут выпрыгивать, будут забегать мне там вглубь. Там любят они это делать. Сколько там время? Времени уже дофига, но, в принципе, я могу сейчас забрать еще лесопилочку. Вот эту вот. И пропустить ход. Я думаю, что битва для финала серии будет нормальная. Потом пропущу ход, посмотрю, что он там будет делать, вкусный дуралей. И тогда закончу. Меня просили серии подольше делать. Так, они не захотели выходить. Я расстрелял вышки. Уже даже патроны какие-то остались у меня. Такая. Тогда просто сейчас подойду поближе. Никто не стреляет, не тратит патроны. Вот, может, кто хочет дуэль, не? Да. Этот бич не хочет. Так, давай, дуцина. Сначала. Чем мы победим, что получим? Я знаю. Такой-то елдой, блин, конечно. Оба-на. В глаз воткнул просто. Чё так мало жизни, алё? Блин. Вообще ни о чем. Чуть ли не пол жизни потерял, но... Падла. Давай отойдем и восстановим таймер. Еще одну дуэль сделаем. Так. Дай сюда. Дай сюда. Блин, эта дрянь меня пулькает каким-то говном. Алло, иди нахер. Камон, эту сучара, ты чё? Все, он отстрелял свой тварей боезапас, да? В Яшу стрелял. Подлюка. Я тоже так могу. Гнида. У меня там какой алый лук был там или что-то типа того, да? Уходи, что мешался мне тут. Ладно, стреляй, пофиг. Попадает? Да, попадает, слушай. Вот месточку, да? Давай. Жизни немного, но зато у него броня, у него оружие. Поэтому все должно быть хорошо. Знаменитые последние слова, ну вы в курсе. Ну да, вроде как получаем преимущество.
Поближе, 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 то уклонист уклоняться начнет. Все. Башка минус. Fuck you. Побежал, побежал. Блин, стреляли, стреляли по нему, да, и все без толку, потому что он, падла, восстановился. Дай ему. Блин. Что, убиваемое говно какое-то, ну? Ёпта, а чё он так меня лупит, блин, жестко? Уходи. Посмотрите, как он меня схерначил морду всю. Это что такое вообще? У него вроде обычный какой-то меч там, нет? Охренеть. Ладно. Он мне дал два раза там. Или у него какая-то броня хитрая, или что? Что это было вообще? Чё мне чуть голова не это... Голова не отрубили, блин. Рубим это дело. Ладно, сейчас будем расстреливать боезапас тогда. Ничего интересного подрежу. Единственное, что я сейчас, наверное, буду целиться тогда в этого бича тоже. Чего бы нет. Что ж, все равно здесь стоит, дебил. Вот сука. Включил эту. Канитель от стрельбы. Неплохо они его пробивают, кстати. Он стоит на месте, балбес, и они его очень хорошо пробивают. Плюс еще и отряд этот тоже, в том числе. А, ну вот. Готов, ушлепок. Ну и подходим в Акаку. Так, полный отряд там идет. Надо его пострелять. Ну и понес... Я не вижу всех, наверняка где-то, блин, кто-то еще там прячется. Отойди. Там есть какой-то лучник, который пока близко не подходит. Ага. Это сука. Сука. Шеда, шеда, хау. Походи. Кто у нас еще есть? Я все время почему-то игнорирую моих защитников небес. Еще конники всякие. Плохо было бы сюда забежать, но здесь они тоже держат. Ну, много, да, их много. Ничего не скажешь. Давай, ворвемся. Чё? Так, лучник, лучник. Лучник хочет подойти. Как же мне защитники небес нравятся. Прикольные так. Ага.
Так. Сейчас отсюда прибежит всякая толпа, да? Ну, прорвать один отряд нереально просто, блядь. Уперлись и все. Все уже затрахались. Драться, а? Они все стоят, насрать вообще. Вот ворваться не хочу, 2000 осталось. Там стоит пару человек, никто пройти не может. Так, догрызаем все это дело. Вот этот отряд сюда, пожалуйста. Сейчас на... Блин, оттуда и конницы не ворваться, потому что еще до сих пор у них есть. Да ты посмотри, ну блять, ну как же это раздражает. Ну три человека стоит и держит, блин, всю толпу, ну. Причем, когда искусственный интеллект атакует, по-моему, такого нет нахера. Давай на туре обойду это все. Такая же история, блядь. Три отряда не могут, короче, вот пройти просто. Наконец-то. Минус глава фракции. 520 человек, твою медь. Тут Цинь, 51 год. Я вам. Ну ёперный кибастос. Все. Теперь точно уже я ее к себе не получу. Она наследница была. Эх. Ладно. Тогда хотя бы надо, чтобы Женька ей по башке дала. Блин, а Женька на другом конце карты. Тоже, наверное, не получится, к сожалению. Ладно. Куча шматья. Это что за... Что за бабушка? Тактик. Оживший дракон. Одежду сняла там с кого-то, да? А мне не дали такую штуку. А я хочу. У меня вообще стратегия в обносках ходит. Хань, чань, хуань. Все такое. Ок, ладно, по-моему... По-моему, я всеми походил. Давай, конец хода. Да иди ты. Че тебе надо-то? Пошел на. Цау-цау, отца-цау. И ты тоже. Отвали. Твоя алчность омерзительна. Ага, ага. Посаду взяли. Что такое? Я уж подумал, залипло что-то. Побежал, роняя кал. Фракция уничтожена. Цау-цау. Цау-цау. А сам цау-цау где-то бегает, падла.
Ну что? Все это очень интересно, конечно. Но продолжим мы уже в следующей серии. Бу. Поэтому всем спасибо, кто... Откуда ты прибежала, чудовище? А, ну понятно. Поэтому всем спасибо, кто смотрел. Это был Кот. Это Женька Зайцева. Легенда, легенда, уровень сложности. Троецарствие китайское. И вызов война со всеми с первого хода. Никому никакого мира. Всем пока. Лайк, подписка. Все дела.